Сан Рос, Дон. Дон зовсім не там. Не там. І Рось не там. І там. Ну, я мені треба по карті подивитися. Я скажу, що в мене немає карти. Я так не давайте пам'ятаю. Уявімо Польщу. Над Польщею у нас що? Германія? Ні. Не над, а на захід від Польщі, Германія. Я не взяла книжки, я б взяла, да, відкрила, подивилася. Не ну, давайте там будемо шукати, а не в книжці. Ну, якщо, ну, я не сильно вивчала то. Якби я вивчала, то я могла б згадати. Так, я просто, ну, там подивилася, де хто. Ну, добре, але Польща входила з якимись державами в щось. Як це ж? Речі Посполіт. Так. Да? Ну, так, Речі Посполіт. Тобто на схід від Польщі що? Литва. На північний схід. Жематія. На північний схід. Ну, і не знаю. А на схід Білорусь та Україна. Ну, я знаю, що Білорусь та Україна на схід. А що там? Але яка річка, да? Одра. Ну, вона невелика. Ну, вона невелика, але велика. Але священна. Вона невелика в плані розміру, але велика в плані ведичного значення. Хорошо, тогда что будем рассматривать тот текст, который там написан, который мы в прошлый раз читали? Да? Ага. А вы так хорошо хотели? А вы озвучивали пустяк? Наверное, пока Ротокор будет пересматривать это вот, мы немного... Ротокор, прошу слушать, что мы разбираем, и по чуть-чуть подключаться. Мітра дата, вас дещо чекає. Ти ще давно чекає? Може, це саме сюди поставити стул, какого-то или как. Мітра дата, може вам теж щось поставити там, щоб вам? Ні. Тому що ротокор сюди сяде. Та ні, тут місця мало, я достану. Поміщається, смотри. Поміщається, то я не поміщусь. Можна боковому, так боком. А, ну я тоді боком сяду. Дякую. Ну і що, хочеш б я читала чи що? Ну можна попробувати. А як ту боку читати, яка не прочитається? Тара, фара. Ну, тара, тара і... А як би правильно читати тут? Після ра. Ну, это же не читаем. Она не читаем, а произношение ее же есть. Ну, снова, мы в прошлый раз разбирали, что между ты, фы, вы, гы и же. Ну, и вот есть у нее произношение. Раян Провислав ее произносил. А, то есть она ее если не на... Нет, если натренироваться, можно произносить. Но снова, Раян Провислав... И получил образование с детства, и учился говорить правильно. А я учился говорить по-хрюшачьи, естественно. Ну, как и вы. Образное значение, насколько я помню, это нерешимая воля, да? Да. Духовно-волевое качество, крепость духа, крепость воли. Это я. Ладно. Ну, це по лупі можна читати. Ладно, замучуєтесь ви з ним. А оце цінник. Думаєте? Ну, так. Да. Ми її читали 10 разів прошлый раз. Да тако корослави пшицький, є на севере, на севера од. Коя града. Що це таке? Києвграда, да? Да. Коя града. А од Новограда коло... Коло вода? Коло вода велонькая. Да. Хто це такий коло вода велонький? Ну, біля Новограду. Ну, коло вода – це коля, да? Ой, що пока бра смертюшка наша. Щас я не позову. Треба, не надо, живіть.
Ну да, потому что чупакабра хуже смерти. Так вот. Ну, круг из воды. Вспоминаем географию. Это местоположение где-то или что? Ратакор, ты же мне даже спросил, что я часто ли медитирую к богам, вернее, нет, часто ли я летаю. Я понял, это кола вода, значит, холодная вода. То почему есть, холодная вода? Круг океан, из да? воды, кола вода, ну что ж, непонятно. Ну, круг из воды. Ну да. Беленькая. Большой круг из воды, круг. Да. То на север от Киевграда, Новограда, большой круг из воды. Ну да. Вот мы берем кусок, который от Киева до Новгорода, и еще ставим дальше, и понимаем, что еще дальше. И там, да. Это Ратай, так? Да. Что? Там такие поєднані букви, що я не можу. Хорошие. Хороші все. Ще... І що? Ну, ще. Ну, да. І пропускаю. Той сижу тисячу, мабуть. Да. Тисячу літ. Рано віще. Рано віще, що це таке? Митродата. Що таке? Рано віще. А? Два там украяни. Ну, раніше, мабуть, що. Да? Ну, раніше да. Була там Україна, вона зація. Фу, нині Ако Белі Яком. Оці Єце, Єце, Єнц. Єнц, я їх не дуже знаю. Не Єнц, а іменно Єнц. Єнц? Ну да. А чому там буква, назва букви Єсе? Єсе? Ну Єсе, Єце. А читається Єнц? Ну все равно, тогда все равно не Єсе, вот такое, а Єнц. Тобто носовий такий звук. Очень носовий. Да. Yes. 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 Даже не. Yes. 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 Бельянскому. Я не знаю. Что это такое? Это радио. Отказ у церкви на п'ятих островах. Что это такое? Там Украина на связи. Митродата. Я хочу по смыслу. Не хотите вы. По смыслу. Не хотите, вы хотите вспомнить. Не, я не хочу задать. Нет, хотите, слово. Хотите, потому что мы в прошлый раз разбирали это слово. Ну что же, а я не помню. А я вам говорил, что это то, в кого христиане хотят всех превратить. А потом показывать и говорить, вот, вот до чего мы людей довели. Не верю. Давайте порежем это слово по шматкам. Какие слова в нем можно угадать? Митродата. Треба мне дома почитать. Не-не, давайте сюда мозги. Сейчас об этом студии? Да, да, да. Клиент. Клиент. И протянет звук. Носовый. Клиент. Комью. Я на... Я что-то с коммуной. Нет. Смотрите, как проверить, что не с коммуной? Слово коммуна не было в старославянском языке. Поэтому его никак сюда не засунуть. Да что это такое? Ну еще раз давайте прочитаем. А вы прочитаете? Нет, вы. Блинц, 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 кому, кому,
Почему вы чай пропускаете? Бельгинскую чан... Чан... Чанарц. Чанарц, я. Ну не могу я сказать, что это такое великое слово. Поэтому я предлагаю его порезать. Белье. Так? Бельенком. Хорошо, а давайте пойдем со стороны христиан. Во что они любят людей превращаться? Животных. Ну это да, но не только. Зомби, врагов. Ну да. А еще они кое-кого выставляют на показ. Та я ніби християнкою не був. А в негативному сенсі чи позитивно? Ну, я не знаю, що у них позитивне. Ну, з їхньої точки зору. Не знаєш. Около позитивного, но оно очень негативное, то, что они устраивают.